Сегодня в администрации района будет особенно многолюдно. Общероссийский день приема населения. Во многих кабинетах будет проходить диалог с активными жителями. Граждане смогут задать вопросы главе района и его профильным заместителям. Собираются в холле жители. На часах полдень, а значит, начался общероссийский день приема граждан. Получить ответ на вопрос, если нигде не нашел понимания, обозначить важную проблему – это самое, что ни на есть право жителей, которым они охотно воспользовались в день Конституции. Один за одним идут люди на прием к Алексею Валову. Видно, вопросы их не требуют отлагательства. Кто-то попал в трудные жизненные обстоятельства, кто-то взывает к справедливости и просит разобраться в спорных ситуациях. Сегодняшний прием, он приурочен к тому, чтобы поддержать конституционные права каждого заявителя. Мы видим, что вопросы абсолютно разные. Вопросы с надрывом. То есть я так понимаю, что люди обращались в разные инстанции, но не получили должного внимания и не получили решений проблем, с которыми они пришли ко мне. Поэтому я здесь принимаю такие решения, которые исчерпают проблему и, соответственно, она будет решена. Вопрос стараются сразу взять в работу, вызвать ответственных, обозначить четкие сроки, если требуется, провести дополнительные встречи и совещания. Пройдете встречу, определитесь, посмотрите по публичной кадастровой карте, есть ли возможность прирезать им земельные участки и изменить границы этого кооператива. И, соответственно, на этой неделе, в пятницу, совещание мы собрали по тому, чтобы до конца разрешить этот вопрос. Оживление сегодня не только в кабинете у главы. Работают все заместители. Кто курирует земельные отношения, кто социальную сферу. На поступающие жалобы реагируют оперативно. У вас подъездная дорога есть, но она в таком состоянии из-за СНТ «Комета». Правильно понимаю, что вы не можете ей пользоваться? Да. Сейчас для быстрого решения можно сделать следующее. Да? Выехать, посмотреть, оценить состояние. И если она сейчас разбита, ну, попробовать, по крайней мере, грейдером пройтись. Да? Что вызывает наибольший интерес населения? Конечно же, это вопросы социальные и бытовые. Как устроить ребенка в сад? Когда решится проблема с напряженной дорожной ситуацией? Немало интересовались люди и темой раздельного сбора мусора. Ведь с 1 января в наших дворах уже не останется общих контейнеров. Все нюансы новой системы сбора ТБО были разъяснены обратившимся. Прозвучало и множество частных вопросов, решение которых в силах ускорить местная власть. И именно для этого и существует Общероссийский день приема граждан. Наталья Медведева, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».